Самарский политех и архитектурно-строительный университет официально объединились приказ о слиянии двух высших школ. Федеральный Минобр подписал в декабре прошлого года. В силу решения вступило 1 сентября 2016 Строительный вошел в состав политехнического как структурное подразделение в качестве института. По словам ректора нового вуза Дмитрия Быкова, объединение уже себя оправдало. Получена поддержка на государственном уровне. Финансирование будет направлено на реализацию программы опорного вуза. Среди них работа с талантливой молодежью и реализация инновационных проектов. Название, кстати, остается прежним ⁇ Самарский государственный технический университет ⁇ Информацию подтвердила пресс-служба вуза.